Всем привет, доброе утро. Третий день нашей зимовки на Гоа. И утро мы посвятим путешествию. Ура! Вот на той штуке большой, называется сабборд. Вчера я накачал его до атмосферы почти. Попробуем сплавиться по речке, которая, собственно, у нас... Да, нелегкое это дело. Первый раз на такой доске гребу по какой-то речке. Прикол. Не утопить бы себя. Довольно-таки интересная штука на самом деле. Видов плывешь вокруг. Вот, райские птички. Какое-то такое единение прямо с природой. Вокруг с тобой. Вот. Единственное, море тяжело насчет баланса. Это борт, но к морю не обещали его выхода. Поэтому, наверное, до деревни ближайшей доплыву. За 3 минутки дойду. Там пеха. Да, море. За 3 минуты. Цапля, цапля полетел. Блин, сидела на ветках так прекрасно. Индия была бы не Индией, если берега были бы так заняты. Какие-то хижины. Прикольно. Узнаешь, точнее, с другой стороны. Свою деревню. Скотек какой-то сидит. О, меня тащит на джунгли. Короче, влез я вот в такой затор на речке. Решил не лезть туда. Решил попробовать на пляже. Посмотрим, что из этого получится. Но телефон, пожалуй, я спрячу на берегу. Иначе вероятность падения с волнами гораздо больше. Иначе я его профукаю.